Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Федор Хлыбар, я из города Вятка, Киров. Хлынов раньше был еще, так что прошу любить и жаловать. Вы приехали специально на ярмарку звезд? Да, специально, да. Меня позвал Петя Копян, который генеральный продюсер. Так что вот я вот с его... Он меня пригласил любезно, я не отказал, и вот приехал. Принимали уже участие в подобных проектах когда-либо? Да, уже принимал. Уже был у нас такой опыт, как бы вот у них же был в прошлом году, был в другом ресторане, тоже ярмарка звезд. Ну, там был как бы не фестиваль, ну, типа фестиваля что-то было. Так что тоже хорошо. Мне очень понравилось, я от души, и я вот в очередной раз приехал. А вообще в других московских конкурсах принимали участие? Да, не только в московских. У Ольги Росы был, у Владимира Стольного был, потом у Геннадия Листа в Рязани был. Ну, в общем, колесю. Скажите, вы нуждаетесь в продюсере или вы сам себе продюсер? Ну, был бы, если бы был продюсер, было бы, наверное, не хуже, так сказать. Ну, у вас есть сейчас шанс прорекламировать себя? Уважаемые продюсеры, будьте любезны, приглашайте меня, я буду очень рад. Так что. Какие песни вы исполняете? Я свои. Свои авторские? Да, свои авторские. А еще я пою в ансамбле народные песни «Хлыновские бояре», которые поют вятский фольклор. Вятский фольклор, значит, казацкие песни, духовный стих. Так что опыт большой у меня за плечами. Ну, вы с ансамблем тоже выступаете? Конечно. Вот завтра уже уезжаю сразу в Вятку, и там уже на площади буду петь вятские песни. Так что. Хорошо. Большое спасибо вам за откровение. Я желаю вам победы в сегодняшнем конкурсе. Спасибо, спасибо. Приезжайте к нам в Вятку, будет все в порядке. Спасибо. Всего доброго.